Премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Минэнерго страны в признании Крыма российской территорией. Политик потребовал объяснений от главы ведомства Владимира Демчишина. Яценюка возмутил контракт на поставки электроэнергии из России. В документе указано, что Крым является российским федеральным округом. Кроме того, глава украинского Кабмина требует пояснить, почему Минэнерго согласился на фиксированную цену на электричество для Крыма и плавающую для Украины. По контракту Москва может поднять ее в одностороннем порядке. Еще один пункт соглашения – прямые поставки электроэнергии в Донбасс. Яценюк считает, что это нарушает государственные интересы Украины. Редактор